Всем привет! Вы на канале Без Воды. Скоро будет праздник День Защитника Отечества, и вы совсем не знаете, что подарить, поэтому в данном видео я покажу, где можно подобрать идеи для подарка. Итак, для этого потребуется данный сайт, ссылку на него я оставил в описании. Сайт работает только на английском языке, если вы его не знаете, то можно воспользоваться встроенным переводчиком браузера. Этот сайт работает на основе искусственного интеллекта и подбирает подарок в зависимости от интересов человека, его возраста, праздника, степени родства и так далее. Итак, чтобы подобрать подходящий подарок, необходимо описать человека. Чем больше вы опишете, тем подходящее сайт подберет подарок. Естественно, вписываем только на английском языке. Далее указываем, кем приходится данный человек. Затем, какой подарок вы хотели бы подарить, выбор из списка. Далее указывайте сам праздник. Так как День Защитника Отечества празднуется в России и некоторых странах СНГ, то сайт не совсем понимает этот праздник, поэтому вписываем сюда День Ветерана. После заполнения всех полей жмем по кнопке «Найдите мой идеальный подарок». Ожидаем некоторое время, и затем сайт выдаст результаты. Как видим, предложения разнообразные. В случае, если вы ничего не выбрали, то можно еще раз нажать на кнопку «Найдите мой идеальный подарок», и сайт подберет другие варианты. Если нажать по кнопке «Подробнее», то там будут еще похожие варианты подарка. А на этом все. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. А также, если данное видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!